Вирус для компьютерного шпионажа выявлен почти на 20 ресурсах государственных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сегодня сообщили Федеральной службе безопасности, вредоносное программное обеспечение по стилю написания и другим параметрам схоже с тем, которые уже использовали хакеры на территории России и по всему миру. Пользователь получает электронные сообщения с вложением. Если его открыть, программа начинает перехватывать и прослушивать телефонные звонки, записывать файлы и так далее. Сейчас принимаются меры для устранения последствий этой атаки.